Александр. Блин, не надо. Ваши шансы на победу. Мои шансы. Небольшие есть. Есть. Виталий Николаевич. У меня тоже есть шанс. Тоже есть шанс. Александр Павлович сказал 50 на 50. Шансы есть всегда. Всегда. Нужно а уверенность? Присутствует. О. Серега, сегодня первый финал? Да, будет первый финал. Первый? А с первого по какое? Первое. Только первое? Да. Правильно, только золото. Андрюха, ты еще помнишь? Да. Как оно? Нормально. Нормально. Уверенно чувствуешь? Артурчик, это была классная подача. Опа. Данил разминает перспективность спортсменов. Очень уверенно. Смотря как они уже играют по подрезке. Данил, сегодня твои планы? Первый финал? Конечно. Данилка, а конечно. Егорик, какой у тебя финал сегодня? Первый, второй, третий, четвертый? Первый. Первый? Леша, а ты у нас планы на второй финал? Молодец. Какие планы на сегодня? Главное испытать Ленину ракетку. Сегодня играем Ленина ракеткой. Да. Попробуем. Вот это уровень. Один книг. Как же? Лена. Ты отдала свою ракетку. Да. Ты уверена в этом человеке? А вдруг он ее сломает? Он ее забрал сам. Я ничего. Это твоя ракетка, не отдавай. Да. Ты что? Виолетта, планы сегодня. Какой финал? Первый. Первый? Ну, а если честно? Первый. Первый. Катя, как уверенность победы? Сколько побед сегодня будет? Все, наверное. А? Надеюсь, все. Все победы? Интересные. Эрика, тебя хорошо дядя Виталик размял? Да. Точно? Да. Смотри, он всех разминает отлично. Вот, гости. Так, сейчас прочитаем. Это Андрей Скрипцов, как и написано. Да. Осень. Привет. Ваши планы на сегодняшний турнир? Играть. Играть. Отлично. Вот. Гости из Хмельницкого. Первый финал. Первый финал. Первый финал. Сегодня первый финал. У меня? Да. Все. Первый финал. Василий Николаевич отлично разминается. Опять готов всех погонять. Вот, гости из Франции. Футбольный клуб составляет. Очень сильно бьет. А вот человек, который правильно может вакцинироваться.